Кстати, Викина, кто пойдет? Дорогие друзья, сегодня, 15 сентября 2017 года, мы с вами собрались для такого знаменательного события, торжественного заселения 340-квартирного жилого дома 11-4 в жилом районе Салават-Кубере. Данный дом построен некоммерческой организацией Государственный жилищный фонд при президенте Республики Татарстан по программе социальной ипотеки Республики Татарстан. Должен сказать большое спасибо, хотя они и сегодня находятся в зоне критики подрядной организации ПСО, несмотря на большие такие вот длинные сроки, но тем не менее нам показалось, что дом построен качественно, он выполнен со всеми стандартами. Мы надеемся, открытие этого дома послужит дальнейшей цепочкой открытия остальных домов, которые мы вот видим, которые в этом году должны получить также своих жителей. Безусловно, огромную работу здесь проделала проектная организация, Татарстан Гражданин проект, который проектировал заказчик администрации города Казани. Мы видим, что этот микрорайон, и не только микрорайон, все четыре микрорайона осваиваются комплексно, рядом школа, введенный в эксплуатацию детский сад, объекты обслуживания, которые появляются уже на первых этажах, поликлиника, детская в том числе, позволят полноценно решать все проблемы жизни здесь. Сегодня рассматривается проект развития транспортной схемы. Будет это электричка, поезд на магнитной подушке или скоростной трамвай, это вопрос, конечно, но то, что это здесь будет, и это приблизит микрорайон центру Казани и получит наибольшие условия комфорт для проживания не в самом центре, а вот как бы почти в пригороде, но с условиями очень близкими к комфорту, как живут все остальные казанцы. Вы, наверное, знаете, что в этом микрорайоне, благодаря тем проектам, которые мы осуществили в области теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, сегодня здесь самые низкие тарифы на тепло. Это тоже является преимуществом данного микрорайона, потому что он здесь обособлен системой, и мы получаем тепло от ТЭЦ-3, которое является самой эффективной в Российской Федерации, и поэтому она дешевле здесь. Уважаемые жители Салават-Кубере, я искренне поздравляю вас с 10-м домом, который заселяете сегодня, дом 1-4. Вы его давно ждали, дом получился неплохим качеством, внутри все чисто, хорошо. И, конечно же, на этом мы не останавливаемся, будем дома дальше завершать и сдавать. У нас уже 3 дома еще, вернее, еще 5 домов уже на выходе, которые будут сданы в сентябре и начале октября. И школа, которую вы видите сзади, которая будет сдана в сентябре 2018 года, будут и другие объекты инфраструктуры, которые будут решаться уже в плановом порядке. Поэтому желаю вам только хорошего, благополучного проживания в квартирах данного дома и относиться бережно к имуществу, всему, в том числе коридорам, подъездам, общей домовой территории, как своему частному подворью, как своему частному имуществу, потому что это все ваше, берегите его и живите добро и счастливо. Успехов вам! Сентябрь выдался для нашей семьи очень насыщенным месяцем. Буквально 10 дней назад мы стали второй раз родителями, и вот сегодня самый счастливый день в нашей жизни, потому что мы наконец-то обрели свое жилье, очень светлое, нам очень все нравится, и ремонт, и все так чисто, неожиданно для нас.
Хочется сказать спасибо всем тем, кто участвует в строительстве нашего жилого комплекса «Салават Купере». И, естественно, хочется поблагодарить нашего президента за то, что он поддерживает социальную ипотеку программу и дает возможность таким молодым семьям, как мы и работникам бюджетной сферы, получить доступные вот с чистовой отделкой квартиры. Ой, прости, пожалуйста. Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство «Татаринформ».